Всем привет! Ролик путешествия с пляжа Взморья. Вот где я был, только что прыгал там на волнах на Багратионе. Мы отправляемся с вами домой. Кстати, еще раз напомню, шезлон полдня 500 рублей, полный день 700. Все остальное я уже даже не смотрю. Не дешевле 2500. Вип-зона, акция 2500. Ну, шезлонгов, как видите, сегодня свободных более чем достаточно. Как, в принципе, вип-зон. Красиво, ничего не скажешь. Но сегодня чуть нет такой, знаете. Хотел сказать, солнца нету. А солнце-то есть. Так что, как-то так. В общем, совершим мы с вами путешествие маленькое от пляжа Взморья, как вы поняли, туда, куда-то туда, в сторону салюта, да и домой. Покажу вам пляж Прометей. Видите, какой у них зонтики такие рыцарские с пиками. Народ фотографируется, как всегда. Здесь наверху прожектор, в вечернее время суток горит вот так вот яркими огоньками, тут прожектор светит. Посмотрим, что раньше светил. Так, напоминаю, камера морская, поэтому звук может быть слегка приглушенный. И вот он светит, и люди тут фотографируются. Очень даже красивые фотки получаются. Как-то в эфире я показывал. Это все граница пляжа. Прометей. Проход через пляж. Как бы не задерживайтесь, как бы намекает нам. Вступайте во свояси, коли у вас нету браслетика на руке. Ну а дальше счастье. Счастье есть. Его не может не быть. Была такая песня. Здесь, кстати, очень много свободного места, обратите внимание. Опять же, я связываю это с погодными явлениями сегодняшними. В день по несколько раз то солнце, то снег. Ну, снега не было, конечно, вдруг. То солнце, то дождик. Вот народ и принял решение где-нибудь прогуляться, где-нибудь еще. Скорее всего. Поэтому на побережье, на пляже людей не так много. Я вообще не знаю, слышите вы меня или нет. Опять же повторюсь, что камера морская, еще шумит море. Справа музыка. Вот там вот счастье справа. Ну а прямо у нас пляж Салют. Там, в принципе, Салюта метров, наверное, 100 пляжа. А потом уже пляж Калипсо центральный пошел уже. Но Калипсо я вам не покажу, он вам уже, наверное, надоел. Сверну. Прокат досок САП МОП. Спа-релакс, мальчишкой конек. Кафешка на берегу с мохитой. Обратите внимание, здесь на Салюте людей, мне кажется, уже несколько побольше. Я связываю это только с тем, что этот выход, так сказать, с улиц городских поближе. Поэтому вот так. Раздевалки, массажи общий, профессиональный. Просто, ладно, не буду хамить. Так, шезлонг здесь, кстати, 350, с матрасом 400. Так что вот имейте в виду, тут на центральном, кажется, 400. Вот так вот. Столовая Бристоль. Ну, про нее, наверное, рассказывать ничего не буду. Сам все знаете. Тем более, я не так давно здесь прогуливался и показывал вам и Бристоль, и Салют. Поэтому даже можно камеру выключать. Но я не буду этого делать. Я пойду дальше. Ну, в смысле, с включенной камерой. Несмотря на то, что вам плохо слышно. Смотрите, выключайте звук, включайте музыку какую-нибудь.
успокаивающий вид, смотрите просто. Вот у нас столовая «Салют». Если прямо пройти метров 100, то будете как раз около стола на Калараш. Туалет. Здесь тоже есть. Кстати, кто в комментариях спрашивал, есть ли туалет на каком-то пляже. Я же забыл, на каком пляже. В любом случае, я не знаю. Наверное, есть. Должен быть. На дельфине точно есть. Мне кажется, про дельфин спрашивали. Вот. Теперь вы понимаете, почему на Салюте так много людей. Потому что тут народная тропа. И она не зарастет. Ну, во всяком случае, да. На 2 месяца точно. А потом начнет зарастать. Потихонечку, потихонечку. Итак, отель «Бристоль» с одноименной столовой. Пиццу, миксу, все показывают. Буквально на днях. Высокое качество, низкие цены. Согласен. Очень стало еще больше. Люди готовы стоять. Начни просто так стоять-то. Смотрите, она прям чуть ли не кольцо замкнутое. Такое впечатление, что люди кто-то с раздачи сразу становится в очередь. Еще буквально чуть-чуть, метров несколько, и так и будет. Складывается впечатление, естественно. Смотрите, какие красивые зелени кипариса. Прям весь заборчик в зеленке. Ну, а тут за углом, как всегда, обращаю внимание на работу Натальи. Она по-прежнему творит. Высылала мне всякие ролики, показывала объекты. Вот. Ну, а дальше сквер Подольского. И вот парковка, по которой я все время напоминаю в больничном дворе. Обратите внимание, в то время, когда все лазаревские люди поставят на шины, в том числе людям, которые приезжают в больницу, парковка почему-то закрыта. Я не знаю почему. Машин энное количество здесь бы разместилось. Не надо, конечно же, ставить там, допустим, я согласен, там для гостей поселка, пускай это не используется, но для посетителей больницы, я думаю, все-таки она должна работать. К сожалению, ее тут никак не приспособят. Пару лет назад она работала в данном режиме именно для посетителей больницы. Сейчас же нет. Сейчас все нуждающиеся где-то должны кинуть свой автомобиль и каким-то чудесным образом пробраться. В больницу понять их можно. Поэтому ставят везде, где попало. В данном случае, кстати, вот одно местечко есть. Но это место предусмотрено для инвалидов. Поэтому, когда оно есть, но оно на уме. А это, смотрите, как модно поставить на повороте. Буквально за метр. Хотя бы уж прижали, что не знаю. Тут разъехаться-то негде. Автосервис «Малярка». Ну, в принципе, автосервис сам себе это монтирует. Всем пока. Всем до новых встреч. Пошел я домой. Что-то не прошел-то.